В Новосибирске руферы забрались на самое высокое здание в городе. Видео с 25-этажного дома появилось в интернете. Трое молодых людей не ограничились крышей, чтобы достичь рекордной для Новосибирской отметки почти 103 метра. Забрались еще и на металлический шпиль, немного пораскачивали его, чтобы видео получилось более захватывающим и благополучно спустились. Экстремалы говорят, что страшно не было, чувствовали лишь радость от покорения новой высоты.